ну, давайте порядок. При открытии объекта, значит, когда мы приходим и просим подписать акт открытия объекта жителям, значит, весь комплект документов, которые требуют жители, мы представляем. Планировочное решение, ну, давайте, на каждый двор не имеются, они согласованы, они у нас в наличии. Так что если вот даже сейчас у кого-то есть вопросы по планировочному решению, готов записать, завтра утром можете подойти к УИС, или мы представителю пришлем, передадим вам. Вам передавали акты открытия, подписанные активами домов? У вас имеется? Вот на сегодняшний день там из 54 дворов, которые у нас вот будут... Вот вопросы, здесь ответ ваш. Можете ознакомиться? Какой видите будет? Из 54 дворов, которые у нас в программе в 13 году, у нас открытие всего 14 актов. Я говорю в целом, да? Значит, а те, которые не открыты, значит, естественно, без вашей подписи мы открыть не сможем, и поэтому, значит, при вот встрече мы готовы передать весь пакет необходимых документов. То есть без вас мы все равно их не откроем. Просто 7-5. Просто не перебивать докладчика, пожалуйста. А огласить-то можно какие ответы вообще? Вот Сергей Анатольевич, да. Вы не даете человеку слово сказать, у него тема план благоустроительных и ремонтных работ на 13-й год. Вот вы не даете ему заложить, будьте любезны. Давайте соблюдать регламент, докладчик доложит, потом у нас 5 минут на ответ на вопросы, следующий докладчик. Давайте договоримся. Да? Вот еще раз говорю, да, по мере подготовки этих актов, да, достаточно кропотливая работа проводится, да, как только эти акты готовы в 4 экземплярах, да, значит, мы идем тогда подписывать их к жителям. Значит, мы готовы, вот как только приходим к вам, я говорю еще раз, без вас мы ни один объект не откроем. Как только мы к вам пришли, мы готовы весь пакет документов представить. Если вот не представить. Вот у меня здесь лежит, специально принесла отписочку такую интересную, что якобы мной сообщаю, что в 2012 году по вышеуказанному адресу работы по высадке цветов, кустов, восстановлению газонов, кронированных тополей выполнены в полном объеме, о чем имеется ваше письменное подтверждение. Вот вы знаете, у меня такое же было с ДЭЗом, что мое письменное подтверждение на герметизацию межпанельных швов. Значит, в актах открытия указываются только те работы, которые проводятся в рамках контрактов, заключенных по капитальному обустройству дворовых территорий. Все, что, значит, в рамках эксплуатации, то есть подсыпка газонов, просадка кустов, значит, в этих актах не указывается. То есть мы сдаем, значит, работы только по титульному списку. Титульный список на капитальные виды работы. Все остальное, подсыпка земли, посадка кустарников, подрядная организация, обслуживающая ваши участки, ваш участок, да, она будет делать в рамках и в средствах своих финансирования по эксплуатации. Но в 2012 году не было ничего, не было ни земли, ни кустика, ни цветочка, а все же на бумажке-то все есть. А деньги где? Куда деньги? Какие вам деньги? Перечислите. Это не мои суждения, это, значит, требования города. Дворы раздаются в комплексе. То есть, значит, двор административный спектр принимается в комплексе. Если там есть ямы или выбоины, он принят просто не будет. А когда будет открываться объект? Вот, сейчас, вот я говорю, сейчас... Мне никакие не приходили. Вот, с 1 числа, значит, нам дали отмашку открывать эти объекты. На сегодняшний момент мы открываем их в административно-технической инспекции. Достаточно большой пакет документов по каждому двору. Поэтому вот сейчас из 54 дворов по району открыто 14. Мы по мере готовности комплектов вот этих идем к жителям подписывать. То есть ближайшая неделя, я думаю, полторы, значит, к вам придут со всеми, значит, открытиями.